Завтрак начинается у Мансура. Да все твое, все твое. Максу нужно время, чтобы научиться разламывать этот аппетитный фрукт.
Слоны очень любят арбузы. Они поедают и мякоть, и семечки, и корки. Это полезно для их пищеварения. А это уже Тимошин дедушка Марат, который снимался в кино и с удовольствием кушал, кушал и кушал халявную еду. Вот так, Тимоша, и ты кушай и вырастешь большой.